8 июля в России отмечается знаменательный ценный праздник – День семьи. Его с трепетом ждут все семьи России, чтобы провести этот день по-особенному в кругу близких и родных людей. В связи с этим в Каспийске проходят различные мероприятия для объединения семей всего муниципалитета. Так, в этностудии города стартовала фотосессия в национальных костюмах для всех желающих. Приглашаем всех желающих принять участие в фотосессии. Наша акция бесплатна. Она будет длиться до 15 часов сегодня. 8 июля, да. Сегодня один день. Основная цель проведения данной акции – это популяризация семейных ценностей и привлечение внимания к традициям и культуре народов Дагестана. В акции приняли участие не только жители города, но и гости республики, которые с большим интересом и удовольствием вжились в роль настоящих кавказских джигитов и оставили теплые кадры на память. Организована акция Центром традиционной культуры народов России города Каспийска.